вирус продаж, я забыл этот удар. Грубо говоря, пробег у нас состоится для того, чтобы они между собой наладили коллаборацию. То есть, во-первых, здесь есть представители служебного автотранспорта и владельцы частных автомобилей. Для того, чтобы девушки увереннее себя чувствовали, если вы видите полицию участников, то это не сопровождение колонны, есть отдельная машина из мужчин, которые сопровождают. Это реальная участница, которая будет участвовать в конкурсе водительского мастерства и в пробеге. Поэтому мы надеемся, что и так и происходит. То есть девушки приятно общаются с полицией, выясняя, наверное, какие-то нюансы и работы, и нюансы каких-то проблем на дороге. Тобто я особисто знаю цю етику. І також буває ситуація, коли я поступаюся водіями, що, наприклад, їм складно поїхати на бакі здійснити мене. Вмигаю фарами, видно якось так робити. Клас, спасибо.